Юмористический пост. Пожалуйста, прости. Пожалуйста. Я не хочу туда идти. Пожалуйста, не заставляй меня туда идти. Прошу. Прошу. Пожалуйста. Спасибо казино «Адмирал Икс» за помощь в озвучке фильма. Аксиома. Дверь в другой мир. Место, где природа ведет себя по-другому. Красивый оазис. Спасибо. Почерк твоей сестры такой паршивый, надо заставить ее читать самой. Мы едем слишком долго, да? Надеюсь, мы слиняем отсюда в воскресенье. Воскресенье? А нам хватит времени? Это 5 дней. А сколько ты планировал оставаться здесь? Не знаю. Но Мэрилин мой приоритет. А что, если мы не найдем ее? Господи, найдем. Но я должен утром в понедельник быть на работе. Да, я тоже. Да, в ресторане тебя заждались. Пошла ты. Это временно. Пока я не получу рабочую визу. Ты самый милый официант. Кенс, не переживай. 5 дней достаточно. Мы найдем ее намного раньше. А откуда мы знаем, что Мэл в беде, а не просто скрывается где-нибудь в Мэриленде, в коммуне хиппи? Я не удивлюсь. Вы, ребята, не понимаете. Потому что, если бы она была в коммуне, она дала бы мне знать. Боже, когда она ходила в поход на ледник в Логоспас прошлым летом, она писала, а это очень далеко. Она писала тебе с Логоспас? Да, несколько раз. Это намного чаще, чем пишешь мне ты. Ладно, хватит. Я не думал, что придется так долго ехать. Солнце садится в 20:45, мы должны добраться до темноты и успеть установить палатки. Да уж, должны успеть добраться, а то и умру со скуки. Боже, Герик, ты знал, что ехать долго. Зачем ты вообще соглашался? Потому что Маккензи позвала меня. Нет. Тебя не звала. Я позвала Мартина, а он настоял, чтобы поехали вы. Чем больше, тем веселее, да? А если серьезно, сколько еще? Примерно 3 часа. Ладно, заткнись. Я веду, а ты можешь просто поспать. Я был рад этой поездке. Я правда думал, будет немного веселее. Будем пить пивко, останавливаться на заправках с жуткими продавцами, встретим девушек. Эдгар будет показывать им хозяйство, они преследуют нас. О мой бог, Герик, ты не устал от себя? Я хочу сказать, что мы уже веселимся. Представьте, мы едем на охоту за человеком. Я никогда не была на такой охоте, это жутко круто. Я тоже. Это как опасная игра. Только мы пытаемся найти Мэрилин, а не убить ее. Да, это большая разница. А что мы еще знаем о том парне, к которому едем? Кроме того факта, что этот засранец пытается взять с нас деньги, прежде чем скажет, что знает о нашей пропавшей сестре? Да пошел он к черту. Он не просит деньги. Тогда что он просит? Узнаем. Он единственный, кто ответил на письмо. Ищу свою сестру Мэрилин Коди. Ушла в поход в национальный парк Синдер. Буду рада любой информации. Ты напечатала это в Крейглисте?
И тебе ответили, не попросив о секс-услугах? Да, люди отвечают в крест-листе, если знают что-то. Это правда, один немец попросил в объявлении, чтобы его кто-нибудь съел. Я и забыл про того чувака. Армин Мьюис. Его друзья сказали, что ему никто не ответит. У него, наверное, не было друзей, но у него была вера. Поэтому он разместил это объявление на Крейглисте. И через неделю ему ответил какой-то датчанин, и он его съел. Иногда должна быть надежда. Это правда? Самое, что ни на есть. Боже, люди совсем охренели. Мне надо в туалет. Я второй. Я третий. Пиво! Кто-нибудь хочет? О, да. Спасибо. А чеканутый можно пить? Да ладно. Да, я пью пиво, придурок. Просто не по имени, а после полуночи. Прости, старик, проехали. Просто... Ну, знаешь, ты лежал в больнице... Хорошо. Ребята, у меня все в порядке. Тот срыв был из-за стресса. И все, что мне сейчас надо, это пить то дерьмо, которое они мне дали. Расслабьтесь. И честно, это самое лучшее для меня. Я так долго хотел выбраться на природу. Мне это нужно. Эдгар — лучший попутчик. Совсем недавно этот парень гонял сюда до Колорадо. Мэрилин рассказала про то, что ты делаешь. Она сказала, что это опасная работа, и это ее впечатляет. Мэри точно сказала так? Да, сказала. Да ну, чувак. Я впечатлен. Твоя старшая сестра такая независимая женщина. Да, я знаю. Поехали. Да. Идем, Маккензи. Когда? Скорее бы. Вообще-то, кажется, приехали. Черт, что это за место? Ладно, нет. Ван Гу, у этого парня большие острые зубы. Да, такой серийный убийца на пенсии. Он заманивает путешественников через веб-сайт. Ты точно думаешь, что он маньяк? Маньяк, который избежал правосудия? Да, сейчас живет нормальной жизнью. Да, нам точно не поздоровится. Ладно. Кто идет со мной? Я? Нет. Я думаю, вы вдвоем справитесь. Зачем мы взяли этих сосунков? Мне надо в туалет. Ты справишься, сестричка. Это место чертовски жуткое. Наверное, он все-таки маньяк. Заткнись нахрен. Ни слова. Готовит сейчас свою жертву. Дарси, это мерзко. Просто говорю, по крайней мере, подготовлю тебя к страшному. Есть кто? Привет. Господи боже. Святые небеса, вы, девчонки, испугали меня. Да, мы напугали вас. Это вы подкрались сзади. Кто так делает? Я поздоровался. Но вы могли поздороваться издалека. Простите, я ремонтировал посудомойку. И не услышал, как зазвенел колокольчик. Парни, наверное, в ужасе. Мне нужно в туалет. Скажите, где он?
Точно? Туалет с той стороны. Простите, что напугал вас. Привет. Мне нужен Леонард. Он здесь? Да, это я, Леон. Я Маккензи. Мы разговаривали. Ты сестра Мэрилин? Да. Вы знаете, где она? Это мониторы сердечного ритма, одевайте на запястье. Мобильник, он сможет работать там. Я обычно беру за все это задаток, потому что эти вещи дорогие, особенно вот это. Вы должны выпить до того, как пойдете, не после. Оно невкусное, но они не смогут разговаривать с вами. Стойте, стойте, помедленнее. Не знаю, понадобится ли мне что-то из этого. Чем бы это ни было. Я просто хочу найти свою сестру. Ладно, я знаю, что она где-то в парке Синдер. Она в парке Синдер. Я не знаю, может, она или на холмах, или у водопадов. Может, есть еще места, которые... Что за херня? Эта карта вам не поможет. Вам нужно вот это. Она в парке Синдер. Мы должны проверить там. Нет. Вы не должны туда идти. Искать надо не там. Извините, но я вас не понимаю. Вы не знаете. Что твоя сестра рассказала тебе? Что она здесь искала? Она не рассказывала. Он рассказывал. Ты украла ее дневник? Да. Сестры иногда так делают, вы не поймете. Ну да, конечно. Она упоминает какой-то тайный вход в лес. Но она не сказала, куда он ведет, или что-нибудь еще. Какая-то бессмыслица. Также она пишет про какое-то место, которое я не могу найти на карте. Называется... Аксиом. Да. Твоя сестра потрясающая. Как она это все узнала? А на этих страницах она описывает, как опасен лес. И что в нем исчезло много людей. Он опасен, если вы глупы. Он опасен, если вы не слушаете того, кто хочет помочь вам. Парк Синдер. Идете по этой тропе. Тот вход в лес, о котором она пишет, находится на ней. Он реален. Он прямо здесь. И что же такого особенного в нем? Куда он ведет? Думал, ты уже не спросишь. Обещай, что ничего не расскажешь. Не верю, что ты сказал Эдгару, а мне нет. Боже, я же брат и лучший друг, я должен знать о таких вещах. Не только ты лучший друг, мы оба в равной степени. А кто, черт возьми, будет твоим шафером? Вы оба, заткнитесь уже. Она не хотела, чтобы все об этом знали. Тихо, идет. Классно. И это твоя будущая жена. Ты прав, черт возьми. Маккензи еще там? Да. Долго она. Иди проверь ее. Может, ты? Мы уже говорили об этом. Проблемы в семействе Коди? Родственная ссора? Нет, все нормально. Точно не нормально. Прямо перед отъездом я сказал Маккензи, что мы с Дарси переедем в Клейтон. Вот и все. Это всего лишь в 20 милях от города. Ну да, но ты же знаешь, Маккензи. Она хочет, чтобы мы все время были вместе. Но это уже слишком. Она просто любит тебя и хочет, чтобы ты был рядом. А не мы. Я теперь знаю, почему ты так хочешь отыскать Мэрилин. Она всегда на твоей стороне. Да нет, я в порядке. Ты ее старший брат. И это что-то да значит? Да ладно, пожалуйста, милый. Ладно. Сейчас вернусь. Пошел ты.
идете? Нет. Это невозможно. Слушай, знаю, это тяжело понять. Просто попытайся. Не пойму, почему вы мне мешаете? Слушай, милашка, мне все равно, веришь ты мне или нет, увидишь все сама. Когда ты войдешь туда, ты почувствуешь, это там тепло. Чем ближе, тем чаще дыхание. Как будто громкая музыка играет с той стороны. Так вы поймете, что вы близко. Слушай меня. Вы возьмете все это с собой. Вот, я кладу в твой рюкзак. Здравствуйте. Ты в порядке? Мартин. Мартин, я Леон. Рад знакомству. Вы знаете, где наша сестра? Знаю, и я все рассказал Маккензи. Идите по тропе, и в середине пути туристический пост. Она где-то там. Хорошо. Спасибо, мы можем как-то отблагодарить вас? Да, спасибо, Мартин, есть кое-что. Когда мы в последний раз были в Синбере, моя жена кое-что потеряла. Ожерелье, она хотела бы его вернуть. Вот, возьмите. Хорошенькое, да? Видите ожерелье? Оно где-то возле того туристического поста, а потерянные вещи находят там. Почему вы сами не поищете? Шутите, у меня полно дел, бизнес, и не могу отлучаться. Ну, хорошо, мы поищем. Буду вам очень признателен. Парк закрыт в это время года, но я знаю смотрителя. Приклейте на лобовое стекло, и он вас узнает. Клево. Спасибо. Я очень восхищаюсь Мэрилин. Надеюсь, она в порядке. Ты присматривай за этой сестрой. Удачи. Все в порядке? Что он сказал? Маккензи, все хорошо? Это странно. Как Мэрилин могла видеть того парня? Потому что парк закрыт. А мы войдем в него. Ну что, поехали искать Мэрилин? Нет сети. А что будут делать твои фолловеры? Меня тоже не ловят. Если бы парк был закрыт, зачем Мэрилин идти на тот туристический пост? Как думаешь, что она там искала? Не знаю. Нам нужно разбить лагерь. Солнце садится. Это придется разбивать палатки в темноте. Герик, ты сам ставишь палатку. Добро пожаловать в парк Синда. Мы здесь, детка. Наконец-то выйду из этой чертовой машины. Мне надо пописать. Мы не попадем в неприятности. Я больше переживаю, что нет связи. Гарик, успокойся. Кто-нибудь знает, здесь обитает какая-нибудь живность? Лягушки, например. Лягушки? Да. Дорога закрыта. О боже мой, что там? Синдер Крик, туристический пост. Направо.
Что она делает? Кензи, нам туда. Кензи, хватит уже. Герик, подойди. Хочешь мне помочь? Да. Хорошо, тогда иди сюда. Мне нужно, чтобы ты прошел в том направлении, где-то футов 20. Сможешь? Да, но почему мы... Да, очевидно. Хорошо. Иди. Нормально, Маккензи? Я иду. Я иду. Поворачиваюсь. Да ладно, ребята. Это слишком старый трюк. Вы смешны. Всем надоел. Такой дурак. Ладно, пошли. У него был секс с девушками, но это было так давно. У Герика? Да. Не может быть. Что за хрень? Слишком жарко. Я не сделаю больше ни одного шага. Надо остановиться. Вставай. Пошел ты, Мартин. Ты не говорил, что придется столько идти. Пусть сидит. У нас осталась травка. Нет. Поиграем в игру. Она называется «Мы поставим палатки, и ты получишь косячок». Долбаный ублюдок. Итак, у меня появилась идея, как мне получить грин-карту и оставить ресторан в прошлом. Боже, серьезно? Что? Ты же видел, как она держала меня за руку. Что скажешь, приятель? Мы будем друг у друга шаферами. Притворюсь, что я этого не слышал. Мы не можем долго ждать, идем. Мы не можем ждать долго, девочки. Я покажу тебе. Идите. Так не пойдет. Тихо. Я вспотел. А солнце все еще светит. Как это возможно? Уже почти 9. Может быть, разбить лагерь с северной стороны? Все еще... Очень яркое. Дарси и Маккензи дружат? Не совсем. Дарси больше с друзьями с работы. У Маккензи есть... Ты? У Маккензи есть бойфренд? Не думаю, не знаю. Чувак, ты не знаешь, есть ли у твоей сестры бойфренд? Не переживай. Мы все поправим. Она определенно выносливее тебя. Мне это нравится. Я люблю твою сестру, чувак. Обожаю. Ей точно понравится британский пенис. Ребята. Эдгар?
Что такое, приятель? Вы не видите ее? Кого? Девушка, она прямо здесь. Ты меня пугаешь. С тобой все нормально? Все хорошо? Да, подождите. Что ты сказал? Я ничего не говорил. Что ты нахрен сказал? Хорошо, что ты взял так много. Я в порядке. Ребята, я в порядке. Хорошо. Все нормально, пошли. Идемте. Давай, сучка. Я иду. Солнце еще не зашло. Да. Очень странно. Зато не опоздаем. Это здорово. Глупо слишком спешить. Здесь так красиво. Умиротворенно. В Клейтоне не будет лучше. Я просто сказала. Да. Мартин сказал, что ты очень расстроилась, когда узнала, что мы уедем. Не расстроилась. Просто я знаю его. Мы больше никогда не увидимся. Когда вернем Мэрилин домой, он может делать все, что угодно. Вы двое когда уже? У вас, кажется, все серьезно? Да, точно. Ну, я бы хотела, чтобы мы все вместе провели. Пришли. Да, похоже. Мы нашли ее. Где Гэрик? Идет. Мэрилин! Видишь кого-нибудь? Выглядит, как будто здесь не было никого очень давно. Маккензи, этого не стоит делать. Там еще два домика, там и там. Мартин проверит один, Эдгар другой. Мы попробуем здесь. Хорошо, и как нам это сделать? Мэрилин! Я проверю тот внизу. Заперт.
Это последний раз, когда я поехал куда-либо с тобой или твоей сестрой. Как тебе вкус табака на такой высоте? Великолепно. Иди посмотри, девчонки нашли что-нибудь. Вы, парни, заметили, что солнце не заходит? Просто двигает по кругу. Все заперто. Теперь что? Нам надо осмотреть все кругом. Найти ключи, как в Скуби-Ду. Хорошо, Дафна. Ищи свои ключи. Я поставлю палатку. Проверю территорию вокруг. Может быть, Мэрилин поставила где-нибудь палатку. Стой, там что-то есть. А знаешь... У меня есть кое-что в рюкзаке, можно попробовать открыть замок. Может быть, есть боковое окно, через которое можно пролезть? Или задняя дверь? Блин, Кинс! Боже мой, это впечатляет. Мартин должен это увидеть. Дерьмо. Пусто. Могло быть и хуже, не знаю. Смотрите. Что это? Книга посещения. Кто тут был? Книга? Хорошо. Ты видишь имя Мэрилин? Мэрилин. Мэрилин. Ладно, если ты не появишься, то я расскажу Маккензи, что ты спала с Эроном Дарси на ее кровати. Видимо, ты не тут. Я тут один говорю сам с собой. Да, просто отлично. Черт! А где все? Они в доме. Ты бы видел Маккензи. Она была как Джек Николсон, который увидел клад и напал. Такая крутая. Ты неподражаема. Да, и? Ладно, пошли. Нет, я думаю, команда Скуби-Ду будет в порядке и без Фреда с Дафни. Теперь мы Дафна и Фред? Да, Дафни горячая штучка. Черт подери, так и есть. А Фред был стойким. Нет, он был мямлей. Пошли уже назад. Я про то, что мы можем поискать тут подольше. Да, наверное. Поищем еще. Я про то, что ты... Уже взрослая девочка. Сколько здесь было людей? А кто был последний? Грегори Эллисон Скотт в 57-м году. Это место странное. Все эти коробки, бумаги. Все 57-го года. Эти фотографии. Эдгар Келли. Откуда это? Мужчина из ресторана дал и сказал, что его жена потеряла тут кулон. Я видел ее. Боже, ты такая красивая.
Что? Что? Что такое? Ничего. Я в порядке. Мы уже долго тут, пора идти. В смысле, ты ее видел? Я видел. Я не знаю. Не знаю, что я видел, ладно. Ничего. Эй, Эдгар. Ты видел инструменты? Я хочу открыть ту коробку. Да. Просто мне неловко, это чужие вещи. Здесь есть хозяин. Да, но он нас поймет. Или мне взять топор? Ты заметил, солнце еще высоко, а уже почти 11. Привет. Ребята, что-нибудь нашли? Нет. А вы искали? Да, урод. Мы кое-что делали. Они просто сидели, как вы. Отрежь им головы. Я говорил отрезать им головы. Они не послушали. И вот что произошло. Всем наплевать на солнце. Почти полночь. Что тут происходит? Где Маккензи? Она там, в хижине. Что случилось? А? Ты в порядке? Да. Мне показалось, что я что-то видела. Черт, не понимаю, зачем Мэрилин сюда ехать? Только посмотрите. Может, тут аномальная погода? Наверное. Ты принес инструменты? Я хочу открыть коробку. Зачем? Потому что, Герик, я хочу проверить, что там. Ну ладно, дорогая, хочешь еще раз? Нет. Нет, там простой замок. Давай, не надо ничего громить. Возьми это. Нет, другое. Хорошо. Что? Просто вспоминаю о Рождестве из нашего детства. Когда открыли мамин шкаф и посмотрели подарки? Да. Черт. Столько было ожиданий от завернутых коробок. Да. А потом не могли заснуть до утра. Вели себя так, будто нашли мамин вибратор. Нет. Что? Ну ладно. Держи крепко. Это не сработает. Раз, два, три. Сработало, молодец. Где научился такому? Такому? Лучше не знать. Это... Да.
Ребята, в ресторане тот мужчина ли он? Показывал фото пропавшей жены с украшением, и это именно оно. Посмотрите. Какого хрена? Что за красная линия? Так, я не эксперт, но это похоже на... Кровь? Я пойду за водой. Ты в порядке? Да, в порядке. Хочу пить. Наверное, не стоило его брать. Для него это слишком. Да. Я к нему. Сделаем костер. Дай спички. Они в сумке. А вам, ребята... Не кажется это странным? Кровь на полу и наручники с цепями в крови? Нет, это нормально. Мартин, что ты делаешь? Он берет спички из моей... Черт! Что это? В смысле? Что это за херня? Маккензи, тот мужик дал тебе это? Ничего такого, просто это... Не надо! Нет, Мартин! Они нам нужны здесь. Мартин, что такое? Это страница из дневника Мэрилин, который прятала. Что-то опасное в этих лесах. В смысле? Мэрилин пишет, что куча людей пропала в этих лесах. Почему ты не сказала Маккензи? Я в это не верила. Я... А то, что говорил тот мужик, похоже на ерунду. Но я так не думаю. Здесь все реально. Это место опасно. Не думаю, что мы там, куда ехали. И где мы? В другом мире. Собирайтесь, мы уезжаем. Нет, Мартин, прошу. Не смей меня трогать. Ты в это веришь? Я не знаю, а ты? Были бы отчеты в полиции, что здесь пропадали люди. Собирайтесь, уезжаем в 10. Пошли. Дарси, прошу. Стойте, стойте, ладно, я облажалась и должна была все рассказать. Но здесь Мэрилин, и она в опасности. Теперь все мы в опасности, Маккензи. Посмотри снаружи. Что-то в этом месте не так. Мы найдем Мэрилин, но сначала спасем себя. Надо подумать, что делать. Мартин, прошу. Дерьмо. Черт. Ладно.
ладно, если вы хотите уехать, то уезжайте. Но вы не найдете дверь без меня. Уезжать? Зачем уезжать? Мы только приехали. Я готовлю еду, ты голодна? Знаешь, я принесу еще. Держи, Маккензи. Где Эдгар? Эдгар? Дома отдыхает. С мамой. О чем ты говоришь? Его сумка здесь. Это моя. Она не его. Где Эдгар? У Маккензи чувства к Эдгару? В другой раз привезу его для тебя. Ладно, сестра, давай, садись. Эдгар! Захвати веток, а то уже заканчиваются. Что с ней? Я знала, что Эдгар ей нравится. Черт! Ладно. Так. Давай, давай. Алло? Теперь ты мне поверила? Да. Хорошо. Теперь за работу. Ты нашла кулон? Да, нашла. Он у меня. Отлично. Ты ее видела? Нет. Мэрилин тут нет. А с моими друзьями что-то не так. Они странные. Не знаю, где мы. Они придут за вами. Вы давно там уже? Кто придет? Расплата. Те, кто играет со знанием твоих друзей. Где, черт подери, моя сестра? Вы сказали, она тут. Может, ушла. Я помогу найти ее. Иди к своим друзьям. Дай им выпить жидкость и уходить оттуда. У вас мало времени. Они идут. Мой друг Эдгар. Он пропал. Найди его и перезвони мне. Мартин! Мартин! Где Дарси? Дарси? Она... Выпей это. Хорошо. Гарик, так. Где Дарси? Слава богу. Я не знаю. Я не могу найти Эдгара. Что с нами было? Вы слышите? Что это? Это похоже на крик. Господи! Дарси. Черт с Мартином!
Ричард! Прошу, хватит! Прошу! Мы знаем, кто ты! Мы знаем, кто ты! Ты трахалась, да? Ты трахалась! Эдгар! Мартин, я знаю, что ты его трахала, я чувствую! Как это мерзко! Ты заплатишь! Нет, прошу, не надо, нет! Эдгар, стой! Помогите! Помогите! Помогите мне! Прошу, он сошел с ума! Нет! Прошу, прошу! Отвлеки! Дьявол порадуется! Эдгар! Слушай! Эдгар! Нет, нет, нет! Они будут охотиться на вас! Посмотри! Черт! Не надо! Раз! И разорвут вас на части. Нет, Мартин. Эдгар, два. И будут владеть изнутри. Три. Нет, нет. Не помогай. Я в порядке. Помогай Дарси. Я в порядке. Лучше открой дверь. Черт. Блин. Черт. Надо надавить на рану. Она должна лежать, а то рана будет хуже. Вот так. Не двигайся, детка. Нет. Черт. Я не знаю, что делать. Нужно отвезти ее в больницу. Прямо сейчас. Кто вы? Кто вы такие? Кто вы такие? Есть та жидкость? Осталась одна. Давай. Ладно, ладно. Дыши, дыши. А Эдгар? Давай. Как же Эдгар? Выпей. Это поможет. Эй, эй. Ты как? Лодыжка сломана. Лучше помогай Дарси. Где Эдгар? Не переживай, мы его заковали. Эти твари охотились за мной, он не сумасшедший. Нет, помогите ему. Нет, все не так. Это что-то другое. Эй, помогите мне! Лежи. Помогите. Эй, не подходи близко. Послушай, дыши. Дыши. Пожалуйста. Кенди, что случилось? Маккензи, что происходит? Почему меня заковали? На моих руках чья-то кровь. Прошу, прошу, Маккензи, скажи, что происходит. Ты не помнишь? Не помню. Помнить что? Нет. Я что-то сделал? Я что-то сделал? Маккензи, что произошло? Не молчи же! На моих руках чертова кровь! Где Мартин? Кенди, где Дарси? Скажи, где Дарси? Нет, 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 не уходи. Я ничего не помню. Я не помню, расскажи мне. Маккензи, расскажи мне. Я не помню. Я не помню. Какого черта происходит? Черт. Как он? Он ничего не помнит. Прошу. Он выглядит как обычно, Мартин. Но это не так. И она тоже.
Он закован и никому не причинит вреда, даже себе. А нам нужно в больницу. Черт, помоги мне. Милая, послушай, мы поднимем тебя очень медленно. Я вытащу тебя отсюда. Раз, два, три. Ее нельзя двигать. Беги за помощью. Ты знаешь, где портал. А я присмотрю за ними. Беги к машине и езжай как можно быстрее. И позови на помощь. Хорошо? Хорошо. Хорошо. Черт. Дерьмо. Нет. Проверь за окном. Проверь. Не появляйся, не появляйся. Нет, там никого. Что это было за дерьмо? Это его жена. На фотографии? Да. Черт, что с ней не так? Я не знаю. Что дальше? Тут ловит. Звони в скорую и пусть присылают сюда машину. Пусть лучше пришлют вертолет сюда и заберут нас отсюда. Хорошо. Девять один один. Мы в национальном парке. Два моих друга сильно ранены. Нам нужна медпомощь. Привет, милая. Леон? Ты нашла Эдгара? С ним что-то не так. Он напал на мою подругу. Громкую связь. Ты видела мою жену? Она здесь. Где-то. Я думала, мы не сможем видеть их, если выпьем жидкость. Жидкость убирает видение. Она не видение, она реальная. Внутри нее демон, как в твоем друге. Как его вытащить? Невозможно. Уходите, идите к порталу. Где Мэрилин? Где, черт подери, наша сестра? Ее тут не было, так? Нет. Но я покажу, где она. Если принесешь кулон. Иди к порталу. Тебя там встретят. Иди сейчас. Портал? Он солгал мне. Ее здесь и не было. А что значит портал? Это путь, по которому мы вошли. Типа двери. И ты не могла рассказать? Какая же ты сука? Заткнись! Хватит, хватит! Оба! Надо сконцентрироваться на том, что делать. Я быстро побегу. Возьми это. Ты будь с ними и скажи, что я знаю. Пошла за помощью. Да, больно. Я знаю, но все будет хорошо. Да? Послушай меня, я обещаю. Хорошо. Где Эдгар? Он в порядке? Да, да. Мы его заковали, и он не причинит вреда. Да. Это не он. Он не хотел. Он болен, он... Я знаю, знаю. Это не он.
Хорошо. Маккензи ищет помощь. Мартин, прошу. Убери с меня эти цепи. Что с тобой? Это... Черт побери! Как жжет! Как это жжет! Все горит внутри! Жжет! Эдгар! Юриад! Миран помирас! Они придут за вами. Бегите! Они идут за вами! Черт возьми, Дарси, что ты делаешь? Хочу увидеть его. Пошли. Он не хотел этого делать. Нет. Так, где, черт возьми, Гэрик? Послушай, не выходи отсюда. Гэрик! Гэрик! Ты обещал мне. Сказал, что любишь. Я никогда не любил тебя. Ты бросил меня. Ты отвратителен. Я не мог смотреть на тебя. Почему? Хотел любви? Кто полюбит такого, как ты? Ты... Сказал, что любишь меня. Я солгал. Никто не любит тебя. Никто не любит. Друзья любят. А где они? Помогают Дарси. А тебе нет. Пошли со мной. Куда? Покажу. Я покажу тебе. Я знаю, что вы там. Алло. Черт. Послушай меня, оставайся здесь, я скоро вернусь. Так. Да? Кирк! Дарси! Больно. Дарси, пожалуйста. Помоги, пожалуйста. Пожалуйста. Кирк.
Лем. Слушай, чувак, я знаю, что то, что мы встретили, хуже, чем можно представить. Моя невеста, она ранена. Ей нужна помощь, и я не знаю, что делать. Что случилось? Объясни, что случилось. Прости. Я не... Черт подери! Что происходит? Я больше не вынесу. Не вынесу этого. Все хорошо. Тише. Все хорошо, я жива. Я знаю, это не ты. Я бы тебя не тронул, Дарси. Прости меня. Никогда. Ты просто болен. Что со мной? Я закован в цепи, Дарси. Что происходит со мной? Ты напуган. Напуган. Я в порядке. В порядке, честно. Отпусти меня. Я не могу сидеть больше в цепях. Я схожу с ума. Дарси, отпусти, или я умру. Как я отпущу? Я не знаю, где ключ. Топор. Дарси, где топор? Я понял, что ты хочешь. И мне жаль твою жену. Но наш друг... У него проблемы, и я не знаю, как ему помочь. Ты не сможешь. Ты сможешь. Сможешь. Демон разрывает его изнутри. Должно же быть что-то, что поможет. Можешь отрубить голову. Или сжечь его. Или монстр придет за тобой. Я не могу этого сделать. Сможешь. Встань, встань, встань. Ну. Я не могу. Я во всем виноват, только я. Во всем. Прости меня. Все хорошо. Все хорошо. Возьми за руку. Взял. Все. Помнишь раньше? Я никогда не бил женщин. И когда ты была напугана, ты приходила ко мне. Я никогда так не поступал. Помню. Ты помнишь? Все будет хорошо. Все пройдет. Все будет хорошо. Поверь, все будет хорошо. Надеюсь. Я тебя не отпущу. Пожалуйста. Нужно выбираться оттуда, все будет только хуже. Дарси.
Нет, нет, Дарси! Тупая сука! За что меня пнуло? Что она делает? Дарси? Это не Дарси. Бежим, бежим. Вот. Бежим. Вот, мы и вернулись сюда. Что это было с Дарси? Это была не Дарси. Не знаю, что это было. Но точно не она. Она мертва. Эдгар убил ее. Мне очень жаль. Это была не Дарси. Это моя вина. Это все я. Это не твоя вина. Смотри на меня. Это не ты. Она должна быть тут. Должна. Мы найдем ее. Мы найдем ее. И заставим умолять на коленях. Нет, мы ничего не сможем сделать. Мы только вместе сможем выйти отсюда. И выйдем. Заплатят. Что? Мне нужно вернуться. Нет, нет, нет. Мы найдем ее. Найдем. Дай еще времени. Что ты делаешь? Я пойду туда. Нет. Я убью ее. Я сделаю все сам. Нет, не ходи. Прости меня. Прости. Будь здесь. Прости меня. Я скоро вернусь. Не уходи. Мартин! Она тут! Маккензи! Ты тут! Ты тут! Кенз! Маккензи! Ты тут! Куда ты делась, Кензи? Мартин!
Блин! Он тебя не видит. Почему? Пока он там, он тебя не увидит. Мартин, я тут! Давай помогу. Он не слышит. Нет! Хватит! Хватит! Неплохо. Господи, мы провозимся с ней день. Она уже у нас. Слушай, может, ты мне поможешь? Это просто жалко. Видимо, сильно. Очухается. Тебя не спрашивали? Прижгем ее? Нет, дождемся Леона. Проснулась. Эй, глотни. Пара глотков оживит тебя. Вот так. Немножко поболит. Нет! Пожалуйста, нет! Черт подери, я сказал ждать. А я говорил не связываться с теми парнями. Какая встреча, милочка. Сделаешь еще раз, и будешь плевать кровью. Оставь ее. Думаю, я заслужил. Это вы. Все, что было в лесу. Не бойся, мы уехали оттуда. Ты в безопасности теперь. Кто это был? Их зовут Драугры. А как вы их зовете? Беляки. Каждый называет по-разному. Их тело отравлено, поэтому нам нужно было это сделать, чтобы убедиться, что тебя не подменили. Мой брат умер из-за тебя. Я убью тебя. Убью всех вас. Она мне нравится. Не гони так сильно. Твой брат выжил. Именно он мне и звонил. Ладно, Леон. На этом все. Все прошло, и мы можем идти. Слушай, Джо, присматривай за ней. Какая по счету была аксиома? Четвертая, так что нам нужно что-то, чтобы усыпить ее. Ничто не усыпит Левиафана. У меня тут кое-что есть. Они воспринимают это как соревнование. Они входят в различные аксиомы, пытаются выжить и убить чудище. Это не одна такая дверь. Есть еще. Нанесите это на себя, как спрей от насекомых. Только не наступите. Спасибо тебе. Ты знаешь, что это жульничество? Мы не скажем, если ты не скажешь. Вы больные. Вы знаете, что тут и позволяете сюда идти? Мы вытаскиваем людей оттуда. Моей жены. Как вы туда входите? Я не вхожу. Я посылаю. Зачем? Ну, милая, это уже не твое дело. Это между мной и Джессикой. Остальных не касается. Ты послал Мэрилин туда.
Есть. Ах ты, сукин сын! Успокойся, милая. Ты посылал ее туда? Ну, сначала ее друзей. Сначала мы нашли дверь с большим монстром. Это был убийца. Настоящий охотник. Мы посылали одного за другим. Все проигрывали. А потом была Мэрилин, и черт, спустя 2 недели, она жива. Твоя сестра была особенной. С ней было весело. Видишь, Мэрилин еще жива. Твой брат еще жив. Мы можем спасти одного. Вопрос в том, кого? Одного? Они оба живы, но в разных аксиомах. Кого спасем? Ты правильно выбрала. Заткнись. Я бы тоже выбрал сестру. Я понимаю. Я сказала, заткнись. Мы поедем за Мартином сразу после Мэрилин. Откуда появились эти аксиомы? История началась в 50-х. Правительство. Приехали, начали проводить эксперименты, а потом резко уехали. Один мальчик нашел дверь. Потом другую. Люди начали постоянно пропадать в парках. Большую часть нашли. Некоторые исчезли с лица земли. Сколько всего дверей? Мы нашли 6. Что в других аксиомах? Различные звери. Монстры. Кто знает об этом? Ну, местные, но держат в секрете. Иначе придет правительство, заберет земли, дома. Иногда секреты выходят наружу. Быстрее, там дверь. Нет, не так близко. Парень с разукрашенным лицом был там. Какие там ужасы. Очень жутко. Мы приехали. Где-то здесь. Иди прямо туда, где свет. Что там? Мы называем это Рейбеком. Если долго тут сидеть, лучше не станет. Вы не пойдете со мной? Прости, на этом моя помощь закончена. Дайте пистолет. Хорошая попытка. Я дам тебе фонарь. Там очень темно. Послушай сюда. Если ее не найдешь, все равно выбирайся. А если не повезет? Ну, как я и говорил, надеюсь, тебе повезет.
Мерлин! Отлично. Я нашла тебя. Уходи отсюда. Нет, нет, Мерлин. Я больше тут не могу. Нет, нет, они меня накажут. Нужно уходить. Быстрее, сейчас. Я придумаю что-нибудь. Помогите. Он идет. 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 Не могу. Он убьет нас. Убьет. Я не брошу тебя. Сиди тихо. Он скоро придет. Нет, Мерлин, нет! Адмирал Икс. Первое казино с ежедневным кэшбэком. Прости, прости меня. Прости меня. Бедняжка. Поехали. Нет, нет. Господи, нет. Я не выпил эликсир. Иди. Нет, 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 господи, нет. Они везде, они повсюду, они в моей голове. Они везде, везде, они идут везде, они везде. Они, черт подери, везде.
Думала, сможешь держать меня так? Думаешь, я идиот? Знаешь, может, ты права. Но это конец. Ты... Эй, Джесси, Джесс, милая, рад видеть тебя. Мартин! Мартин! Нет! Пожалуйста, Мартин! Я вернулась! Я вернулась! С меня хватит! С меня хватит! С меня хватит, слышишь? Забери меня! Забери! Приходи. Мартин. Неужели? Все, уходим. Не верится, что ты пришла за мной. Конечно. Я думал, что потерял тебя.